Всем привет! В эфире программа «Классный час» на Беларусь-4 Гомель. Этот выпуск для вас проведем мы, Валерия Дробышевская и Алиса Драко. Сегодня в нашей программе. Вас ждет встреча с танцевально-вокальным дуэтом Twin. Девчонки расскажут, чем их привлекает кей-поп. Сотрудники областной библиотеки о своих планах в юбилейный год Ивана Мележа и Ивана Шамякина. Вокалистка группы «Кава» Таисия Серикова в нашей студии о творчестве и саморазвитии. О спортивной жизни, которая бьет ключом в 45-й гомельской школе, расскажет Слава Деркачев в рубрике «Спорт Тайм». Ну а Мария Анокина исполнит свою давнюю мечту. Попробует себя в профессии актрисы театра. Об этом в нашей программе.